Приветствую вас, дорогие мои. Я заведующая городским центром гипобарической адаптации и бароклиматической терапии. Приглашаю вас пройти курс у нас на горном курорте. Перед вами барокамера, в которой проходят курс пациенты от 6-месячного возраста до 65 лет с различными заболеваниями. Это и бронхиальная астма, это и хронические бронхиты, это и перенесенная пневмония. К тому же все аллергические патологии, пыленозы, аллергические риниты, аллергические дерматиты. Пациенты с артериальной гипертензией тоже к нам обращаются. После перенесенных ишемических инсультов, пациенты с сахарным диабетом, с ожирением, то есть излишней массой тела, с заболеваниями щитовидной железы, пациенты, у которых есть проблемы гинекологического плана, аднекситы, страдающие бесплодием, пациенты с импотенцией, с различными ревматоидными проблемами, проблемы кожной патологии, это и псориаз, и опять же экземы различного плана. Всех примем, проконсультируем, обращайтесь, звоните. Подход к каждому сугубо индивидуален. Телефоны вам предоставляем. Приходите, будем лечиться. Поможем друг другу. Гипобаротерапия, горный курорт в нашем родном городе приглашают вас. Добрый день, дорогие друзья! Поможем друг другу! Барокамера! Добрый день, мои пациенты! Рада вас всех приветствовать перед началом полета. Все помним. Присаживаемся, перемеряем давление. И будем готовы к тому, что улетаем. Как самочувствие у всех? Хорошо. Нормально. Все неплохо. Я очень рада за вас. Помним, все, сегодня высота у вас 2,5. Помним, если какие-то жалобы возникают, обращаемся к медсестре, сидящей за пультом. И счастливо всем полет. Спасибо. Спасибо. Вверх. Наш полет завершен. Выходим. Встреча у трапа проходит успешно, аккуратненько. Все ли у вас хорошо? Да, хорошо, спасибо. На постполетный осмотр, пожалуйста, проходим. Все, помним, хорошо. Как себя вести в дому, отдыхаем. Никого не тошнило. Очень хорошо, себя энергичный. То есть курс у нас с вами продолжается. Будьте здоровы, приходите к нам. Thank you.